Тюремная. Скучная. Ну, тональная гваль. Подземник коня. Выбрали. Понятно. На наш жизни недавно начал слушать, она пиздатая. Хуевое место, дайте послушаем. Но не верну. Хуево. Ну, а вот на жизнь, давайте. Зима, и тогда... Конечно, на жизнь. А, спутаться с женщиной мутной и гиблой. Ну, она хорошая, но такая. Ну, пойдет. Давайте просто чуть-чуть отслушаем, чтобы... Сатанинская хорошая. Сатанинская лучше. Хорошая. Понятно, что хорошая. Ну, Юрка полная хуйня. Юрка полная хуйня. Похуй. А, ну и майору духуя приходят письма, это классика. Осенье. Майору духуя приходят письма. Наш заебался считать почту. Это как же сообщение. В WhatsApp хорошее. Стоматолог хуйня. Слушаем. Старые песни мне не нравятся, честно говоря. Очень малое количество песен из старых мне заходит. Он красивый лежал в одеянии белом. Ну, скучные у него раньше песни были, а вот это охуенно. А солдатский плюс, это просто пойлу, никаких синкоп. Очевидно, что так. Михаил Елизаров лучше, чем ты. И... о, о, вот это хорошие обе песни. Верховный Удмурт крутая. Ну, поехали. Хорошая песня, но давайте вот это лучше. Верховный Удмурт сильный. Прям вообще типа сильный. Верховный Удмурт. Хорошая песня, берем. Последний гауляйтер. Ну, блять. Ну, про мастера Илью проебет. Гауляйтер очень крутой. Нахуя? Мастер Илья неплохая, но это шедевр. Станет кастетом в мокром песке. Гауляйтер один из победителей. Отель лето мне не нравится. Отель лето. Типа норм, но пойдет. Это а... Ну, поняли. Ну, Некрономикон сильнее, конечно. Он ведь из паствы гундяя курила. Да, конечно, но выбираем эту. Холодильник. Мне, кстати, не очень нравится песня «Заяц не судьбы». Да, я отрицаю холодец. Хуйня. Ну, «Заяц не судьбы» более сложная композиционно, более интересная. Я устал безо всякой борьбы. «Заяц не судьбы», понятное дело. Грядущий хан. Хам. И сжимался алкоголем недопитый сосуд. Хуйня. А это? Я название вижу. А, кровавый режим. Кровавый режим хороший. Мысы. Идем дальше. Бэрримор. Блять, Бэрримор уже был, да. Ну, Бэрримор хуйня, мы ее слушали в начале. Давайте вот эту пассионарку. Голубой бывает глаз, а бывает карий. Есть пассивный пидорас, а есть пассионарий. Ладно, подождите, выбираем, конечно, ее. Советская против Селигера. Ну, песня прикольная, но Селигер намного лучше. Священная война. Селигер хорошая. Такая хорошая. Про Гитлера не будем слушать. Кстати, обе песни хуйня, скорее всего. Это старый Елизаров. Мне не очень нравится старый Елизаров. Ну да. Сидела Гитлер. Осуждаю. Та же самая песня, смотрите-ка. То же самое буквально. Помню, как вчера, баржи, катера, улицы, площади. Помню, вдоль реки мчали. Это лучше, казаки. Антифашистская хорошая, воин господь. А вот воин господень скорее нет. Получил я Питер Вайль. Да, воин господень. Мама из ада выжигает мне ум. Ну, понятное дело, антифашистское здесь.
Она более знаковая, крутая и вообще. О, квартира на площади мира. Кстати, эта хуйня мне... Ну, она не очень крутая, но слушай, классная. Я симпатичная. Так, ладно, ну и патологоанатома давайте зацепим. Она там в томлении. Ну, нет, хуйня, короче. Квартира на проспекте Мира веселее. Пизна. О, хорошая, хорошая песня. Две хорошие песни неожиданно. Это хорошая песня, жалко, она проиграет ебанутому счастью. Это очень хорошая. Это очень хорошая песня. Только у меня. Хорошая, берем. Елизаров, офисная против выблядок. Блять, ну выблядок смешная, и офисная смешная, обе хорошие. Мне выблядок очень нравится, хорошая песня. Выблядок. Вы победите выблядок или офисная? Да, тоже делала мне твари бутерброды. Офисная пусть будет хорошая. Матрица против надежды. Надежду мы слушали. Матрица классика. Одна из самых лучших слушек. Пиздуй за кроликом. Хорошая, хорошая. Идем дальше. Романс. Обе хуйня, вроде бы. Забыты минувшие годы. Это я мало слышал. В которые был мизерабль. Вот море раскинулись воды. А это мой личный корабль. Ну, это мне никогда не нравилось. Роман забавный, но похуй. Нет во мне больше козла. Хорошая. Пойдет. Ну, Голунтама хорошая. Жалко, вылетает так рано. Мама, мама Гуантанамо. Хорошая. Но сталинский костюм победит. Спросили меня. Ну это вообще легенда. Справить мне костюм себе из Сталина. Марши и возмездие. Отличная песня. Лизаров песня «А жигало» и «Ледокол красен». Ну, «Жигало» не самая лучшая песня. Ну, хорошая, но «Ледокол красен» получше. Сыграно сложнее. Идем дальше. Пидорасы, одиночество, таджик. Про таджика мы не будем слушать, но... Ну да, я заебался так жить, я живу как таджик. Окей, чуть-чуть, вот начало. Поехали. Хорошая песня, но пидорасы, одиночество легендарное. Как бы. Вообще, солдатский гранж очень сильный альбом. А чего ты грустна, моя милая? Ну, сектантская лучше. А, хотя, блядь, нет, хуй знает. Ну, хорошая, это очень хорошая песня. Прекрасно. Так, но сектантскую давайте попробуем. Отличная песня, берем. Отличная песня, хорошая, берем. Рагнарёк против ласточки. Давайте ласточку сначала. С Рагнарёком все понятно. Хорошая песня, но жалко. Против неё Рагнарёк. Рагнарёк пизже явно. Рагнарёк явно победит царя. И я свободен. Отлично. О, ну, добрый маньяк победит. Осуждаю, осуждаю, но вы поняли. Добрый маньяк... Оп. Немного видео еще обрабатывается, но это печально. А, добрый маньяк по фамилии Тихон побеждает здесь. Простите. Ой. Ну, Оргскую мы знаем. Блять, комендант одна из лучших песен Елизарова. Ладно, давайте отдельно послушаем. Помнишь, брат, как давили? Короче, это легендарная песня, которая, ну, Елизарова во многих, ну, у многих фанатов Елизарова является одной из ключевых. Но «Комендант» — одна из лучших его песен вообще. Она и сыграна пиздато, и, слушай, одна из моих любимых претендент на победу. Вопали, вопали, ну, эта песня претендует на победу вообще. «Летчик-потребитель» и «Самогон». Ой, вот это очень хорошие песни, я даже не знаю. «Самогон» хорошая. А за понедельником вторник. Срочка про самиздат меня очень сильно зацепила в этой песне. Ну, на ней вытаскивает. «Летчик-потребитель» более сложная и интересная. Ладно, действительно, это лучше.
«Моя мать Ева Браун». Ну, «Walking Dead» побеждает, очевидно, безоговорочно. Видео еще обрабатывается. Охуенно, блядь, охуенно. Охуенно. «Моя мать Ева Браун». Ну, вы знаете эту песню, наверное, я хуй знаю. Давайте «Walking Dead» лучше сразу. «Мать победитель». Это, ну, это тоже одна из лучших песен, на мой взгляд. Вот такое. «Спасибо деду за негреда». «Спасибо деду за альбеда». Победа, конечно. Спасибо деду за победу. Бля, ну мерч проиграет. Ну, а понятно, что остановить свингер-пати. Тут вообще без шансов, простите, да? Ну, поехали. «Не могу с любовью справиться. Мне с Анжелой». Так, «Дети и гашиш». Осуждаю. Про Чикатило нормальное. Осталось еще немножко. Первый раунд сейчас пройдет. Ну, окей, побеждай Чикатило. «По улицам пылю, все, что движется во плю, вот стоит скамейка». Пойдем дальше. «Проси, отсоси, а потом проси», помню, да. «Отсоси, а потом проси». Да, окей. «Колорадо», конечно, лучше намного. На несколько порядков лучше. «Вечер в хату». Давайте обосраться. Где Ростропович, блядь? Ростропович был? Здесь не было Ростроповича, нахуй? Что, блядь? Это, наверное, одна из самых популярных песен Елизарова. Типа, где Ростропович? Хорошая, пойдет. «Вы простите мне мой пафос». Хорошая, но «Летела речка» тоже хорошая. Ну, они почти одинаковые, кстати. «Кто-то и все спиздит». Ну, реверс, наверное, лучше. О, нихуя себе, блядь. Давайте здесь по-быстрому порешаем, короче, да? Ну, вы поняли, короче, «Майор Духе» приходит писем, на мой взгляд, намного лучше, на несколько голов. «Офисная», ну, хорошая песня, но она вылетает без шансов. «Офисная», понятно, «Ебанутое счастье» намного лучше. Прям топ. «Ебанутое счастье» топич. Отличная песня. «Некрономикон» против «Селигера». О-о-о, вот это битва. Ну, вообще, наверное, «Некрономикон», по-хорошему. Просто он мне уже заебал. Кстати, «Инициатическое» не было тоже. Так, ладно, давайте попрощаемся с «Селигером», ребят. «Селигер» уходит. Хорошая песня, жаль. «Некрономикон», конечно, окей. «На жизнь против солдат». О-о-о, вот это тоже битва из битв. Ну, «Солдатский гранж», наверное, спадет, он хороший. Хотя... Ну, блядь, хорошая «Солдатский гранж». Может, еще поберет тебя в букву «М». Ебанулся совсем. «Тварь просто лживая, тварь, и февраль тоже конченый враль. Теплые губы, мне поможет зима». Ладно, у нас же лучше, наверное. Ну, блядь, давайте даже не слушать. «Матрица» здесь проходит. «Реверс». Ну, «Реверс» хуйня. По сравнению с «Потребителем». «Реверс» хорошая песня, но, блядь, по сравнению с «Потребителем». Ну, хорошая. Ну, «Летчик-потребитель» на несколько голов выше просто. По тексту. Ну, я в основном по тексту оцениваю. «Говниной и прожиточной корзиной подарю ее своей орде, я проще». Пойдет. «Добрый маньяк Тихон». Тихона отдельно, наверное, бы послушать, опять же. Блять, пассионарно, давайте пассионарно. Слушай. «Звездный планетарий. Вот, активный пидорас». Осуждаем, да, ну понятно. «Добрый, блять, маньяк» опять не дают нам. Ну, «Маньяк» лучше, на мой взгляд, хуй знает. Старая из хороших. «Сатанинская пробит коменданту». Простите, «Комендант» — одна из моих любимых песен. И здесь нету инициативы. «Пьяный магистр». Здесь нету двух моих любимых песен. То есть здесь нету «Инициатическое», и здесь нету «Ростроповича». То есть «Ростропович» и «Инициатическое», и «Комендант» — одни из моих самых любимых. Победит «Комендант» вообще почти 100%. Ну, хуй знает. Ну, понятно. Ну, «Комендант» — гениальная хуйня. «Между гостями и званными гостями». Понятное дело.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это серьезное противостояние. Сталинский костюм против остановитесь фингерпати. Ну все, понятно. Про кого мы сейчас пели, поехали дальше. Конец вещи, Дольче Вите. Блять, ну свингерская крутая. Ой, блять, ну сука, ну я не хочу так, блять. Почему? А, еще нету слэшера. Слэшер тоже одна из моих любимых песен. Кстати, мне еще про отчима нравится, клевая песня. Ну ладно. Да, чего, почему уебал я отчиму? Охуенная песня. Walking Dead победит, конечно, здесь вообще. Walking Dead. Конечно, Walking Dead. Понятно. Ну и «Заяц не судьбы». Хуй знает. Не знаю. Ладно. Выбрал кровавый режим. Ну, Гауляйтер побеждает. Красина, очевидно. Ну, блядь, понятно, Гауляйтер сильнее. Я, наверное, писку его получился, но берем Гауляйтера, он крутой. Казацкая песня против антифашистской. Ну, казацкая хуйня, короче, проебывает, очевидно. Ну, здесь, очевидно, побеждает антифашистская. Понятно. Ну, Чикатило хороший, сектантская лучше. А, нет, стоп, сектантская это. Еще раз. Ты видал, хоть каждый был. Хорошая, пойдем дальше. Опа-па-па-па. Вот сейчас вы охуеете. Не, я думал Колорадо, или нет? Разошквары никому не пиздеть. Блядь, тяжело, Рагнарёк хороший, Колорадо хороший. О, обе очень крутые песни. Давайте Рагнарёк выберем, он посерьезнее, типа. Все, следующий раунд пошел. Ой, блядь. Ну, Некрономикон. Хорошая очень песня, честно говоря. Рагнарёк побеждает. Walking Dead, Верховный Удмурт. Ну, Верховный Удмурт хороший, но Walking Dead лучше. Блядь. Вот сейчас произошел глюк, ребят, сорян. Матрица хорошая песня, послушаем. Вот, блядь, я выбрал случайный. Walking Dead там должен был победить. Ну, Матрица хорошая. Да, Матрица победит, это классика, она на жизнь пойдет нахуй. Не знаю, я не слушал по альбому. Сектантская хорошая, но побеждает Комендант. Вместо Удмурта представляем, вы поняли что. Ну, понятное дело, Комендант, блядь, без шансов. Эту песню вообще постоянно переслушиваю. Между гостями и зваными гостями. Ебанутое счастье, добрый маньяк. Добрый маньяк не грузится сегодня, простите, да, играем ебанутое счастье. Нас с тобой. Берем. Ну так, стоп, вместо, запомнили, да, вместо Верховного Удмурта у нас, собственно, Walking Dead. Майор, ну, антифашистская хорошая, все дела легендарная, да. Она не победит майора Духа. Антифашистам, я антифашист. Антифашистская, она и проще, играется проще, и все в ней проще. Она просто вся проще. Девушки любовные записки. Но... Писем не зависим. Ну, кровавый режим проебывает сегодня. С тобой тут ебемся, лежим. Лежим. Потребитель лучше, серьезнее и текст круче. Привет, летчик, потребитель! Хорошая. Останьте свингер. О, блять, остановите свингерпати уходит сегодня. Остановите свингерпати! Остановите свингер-пати! Ладно. Ну, Гауляйтер на голову выше, конечно. Одна из лучших тоже песен Элизарова. И свинец. Мы ее еще споем сегодня. Ой, блядь. Ну, ебанутое счастье вылетает. До свидания. Ну, понятное дело, Гауляйтер здесь делает. Гауляйтер побеждает. Мы еще его прослушаем, Элизаров, ну, Матрицу, понятно, послушаем, понятно. Ну, летчик-потребитель на голову выше этой песни. Гамкиной и прожиточной. Ой, блядь, майор, майор пока. Осенье, басосень, муторно в казарме. Ну, блядь, комендант лучше. В следующий раунд полностью будем, наверное, песни слушать. Хотя, один, одна, вторая, финал, да? Вместо Верховного Удмурта здесь у нас, соответственно, Walking Dead. Ну, Рагнарёк, давайте Рагнарёк победит, чтобы не париться лишнее. Ладно, Верховный Удмурт,
Ну, блядь, вы понимаете, что есть не Верховный Удмурт, а Walking Dead. Да, выбираем лучшую песню. Уже давно. Берем Рагнарёк все-таки. По ряду причин. Все, слушаем все песни. Мы не будем полностью слушать Гауляйтера, он длинный, мы его в финале послушаем. Он проходит финал, понятное дело. Это пища на кшатыре, я хач оказался... Он проходит финал, и там мы его полностью послушаем. Комендант против Рагнарёка. Прекрасная песня, одна из моих любимых. Давайте Рагнарёк полностью поем. Полностью Рагнарёк поем, он выбывает. Поздравляю. И финал такой. Гауляйтер против коменданта. Шикарная песня, комендант победил. А вот. Финал, комендант против последнего Гауляйтера. Отличная песня. Ну, давайте коменданта в последний раз послушаем. И выбираем коменданта. Комендант победил, я полагаю. Моя любимая. Ну, из тех, кто представлены. Еще инициатическая есть. Ну и Ростропович вообще как бы топ. Ростропович одна из лучших лирических у Лизарова. Так-то так. Ну, припев топовый. Да и не только припев. Ростропович топ. Трехрукая Маша, кстати, не было жалко. Одна из самых крутых песен, тоже смешно. Но это в топ-5 входит у меня. Ну, победил комендант, очевидно. Все. Победитель определен. Привет, Полина. Всем привет. Перейти к результатам. Отличная песня.